Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И я продолжаю проходить игру Outlast 2. Продолжаем. Но Иезекииль должен наказать паукоглазого Агнца ножом и огнем. И праведник должен произнести Аллилуйя. И вы увидите, как рай откроется, и я не успел прочитать. Наверное, это какие-то заповеди Папы Нота. Но мы продолжаем поиски своей супруги Лин. Давайте выбираться из этого подвала. Надеюсь, меня здесь никто не ждет. Эй, кто-нибудь есть? Нет, по-моему, здесь никого нет. Так, а мне нужно попасть в церковь, насколько я помню, чтобы узнать, где могут держать Лин. И, естественно, меня спалили. Черт. А куда бежать-то? Куда бежать, блин? Черт. Я думал, эта погоня закончилась. Хрена с два. Давай быстрей. Быстрей, быстрей. А куда? Прыгай. Похер куда. Справа есть проход? Нет, слева. Давай, погнали. Погнали, погнали, погнали. Быстрей, быстрей, быстрей. Ух ты, блин. О, дядька. Поймал, говорит, меня. Хера с два, понял? Попробуй догони, падла. Давай, 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 ползи. Блин, они сзади, да? Ай, прям за пятки щекотят. О-о-о-о. Это еще что, блин? Давай своего кольни. Кольни своего, падла. Блин, он же сейчас сверху спрыгнет. Давай быстрей, ноги, ноги, ноги. Куда, сюда? Да ты прикалываешься. А дальше? А дальше-то куда? Ну, взаимодействовать. А, выбить пол, что ли? Серьезно. Давай быстрей, меня уже протыкают. Капец. Куда, куда? Я не понимаю. Черт. Мне кажется, мне больно. Капец, они там решили порубить нафиг этот ангар. Быстрей, быстрей. Войти, войти, войти. Давай, давай, давай. Так, идет сохранение, ну его нафиг. Думаю, стоит закончить эту серию на этом. Ладно, я прикалываюсь, продолжаем. Убегать от этих придурков. Нафига я камеру держал? Непонятно. Фух. Вот это меня зарядили прям с самого начала. Здесь ничего интересного нет. Блин, ну естественно лежит фонарик, который ты сышь поднять. У тебя куча батареек. Лучше бы фонарик взял на самом деле. Винты мне пригодятся. В нынешних условиях они очень нужны. Дай, пожалуй, сразу перезаряжу. Батареек у меня, насколько помню, много. Воу. Еще одна записка. Здесь написано, что бумага... Бумаги мало, в общем, у них. И использование ее не на те... вещи. В общем, уголовно наказуемо. Самим... Папой Нотом. Воу. Дядька, тебя не было видно. Так, а мне туда? Никак, да? Мне идти в открыт... Подожди. А ну да, в дверь. Воу. Ёлки. Что там написано? Don't be afraid. You are going to heaven. Воу. What the fuck? Что за херня? Что только что было? В смысле? Я слышу какие-то голоса. Блин, как все резко стихло. Так, давайте посмотрим, что я записал. Церковь, говорит, должна быть близко. А ты не в церкви случаем? Going to heaven. На пути в рай, Боже. До того, как они убили детей. You should have loved me. Должно быть, ты любил меня. Я... Что я делаю? Я не понимаю. Ты прочитал то, что здесь написано, или... Или это твои слова? А там кто? Там реально какой-то распятый чувак. В общем, ладно, пора двигаться дальше. Искать Лин. Ой, как тут темно. А, это то же самое место, просто
этаж выше. Здесь никто меня не ждет. Мне не очень нравится бегать от кого-то. Лучше тихонько погружаться в эту атмосферу и ждать скримеров. Хотя навряд ли лучше побегать на самом деле. Здесь, в общем-то, расписан инструмент управления детьми. То есть, что страх — это признак врага. Ох ты, блин, я думал наверх подняться. Ну и в целом, что они должны слушать Бога и Папы Нота. То есть, не перечить ему. В том, что играет какая-то мелодия. Как мне туда забраться? Чё-то забор. Можно туда вскарабкаться, нужно только что-то... Это опять-то бабка бешеная? Ох, ладно, это хотя бы не повитуха. Щёкнутая. Там письмо, что ли, в коляске? А ну-ка. Тут письмо какой-то Джулиане, какой-то мамочке. Про ребенка, я так полагаю. Ну, я, честно, плохо понимаю их бредни, поэтому... Поэтому пойдемте просто дальше. Мне нужно вскарабкаться на забор, и я так... Здравствуйте. Я так полагаю, мне нужно передвинуть эту тележку, да? Погнали. Толкая предмет, вы можете обернуться, удерживая ЛБ. Там что, кто-то есть? А, повитуха! Смотри! Эй, ты падла! А мне обязательно туда лезть? Серьезно? Ладно. Судя по звукам сзади... Мне кажется, что кто-то за мной следит. Все, я в жопе. Или нет? Куда она ушла? Я ее не вижу. Так, это тут мост. Смотри-ка, я, значит, на правильном пути. И, пожалуй, я не пойду туда. Если можно, я пойду вперед. Это что, рыба? Ну да, это рыба. С рыбой ничего страшного. Да блин, нифига ж не видно. Можно я просто как-нибудь обойду вас стороной и пойду по своим делам? Уа. Надеюсь, на меня никто не прыгнет. Кто-то топчется рядом. Вон она идет сюда. Ёлки. Ну вас в жопу. Я, короче, просто пойду вперед. Я так полагаю, мне нужно идти сюда куда-то. Правильно? Так, идет сохранение. Да блин, она за мной побежала. Куда бежать-то? Давай, прыгай сюда. Ой-ой-ой. А вот она. В смысле, блин? Как ты меня спалила-то? А куда мне бежать-то? Блин, подожди, я не врубаюсь. Я не врубаюсь, мне куда, сюда? Нет, мне не сюда. Куда бежать? Эй, вот она, блин. Да куда, я не понимаю. Наверное, сюда, на свет. Попробуем пробежать на свет, ну его нафиг. А куда? А здесь некуда? Все, мне хана. Мне хана. А, мне нужно толкануть эту... А как? Так она же за мной следить будет постоянно. Попробуем. Не получается. При ней спрятаться не получится. Подожди, а как... Куда ее заманить-то? О, письмецо. Поднять. Прочитаем потом. Серьезно, куда бежать-то от нее? От нее хрен убежишь. Нифига, она носится как ракета. О, блин. Может попробовать успеть передвинуть, пока она бегает? Я ее не вижу. Давай быстрей. Быстрей толкай. Толкай, братишка. Блин, надеюсь, она не выйдет из-за угла. В смысле, кто там? Ай, блин! Ай, господи, я не хочу от тебя бегать. Ай, блин, как ты близко. Капец, блин, еще не хватало мне догонялок с этой подлой. Давай, с этой стороны, давай. А ты не такая уж и быстрая, тварь. Хотя я тоже выдыхаюсь, блин. Капец, кто орет? Мне хватает этой дряни. Ты выдохся, да?
Нет, мы успеем. Давай, братишка. Давай, братишка. Толкай, толкай, толкай. Капец, ну и тварина. Я успею запрыгнуть, если не дотолкаю. Надо попробовать. Пошла она в жопу. Я не хочу с ней дружить. Да давай. Нет, не получилось. Сейчас получу по морде. Где она? Тормозная тварь. Я тебя уже не боюсь. Догоняй, ну. Давай быстрее. Блин, она на самом деле не такая уж и быстрая. Я как раз успею за третий раз дотолкать и спокойно перепрыгнуть. Но я здесь, давай. Ой, ой. Бежим. Это не так уж и страшно, наверное. Первый раз я ее испугался больше. Так, тактика запутывания углами. Да, она где-то там ходит. В смысле, там еще кто-то? Давай быстрее! Давай быстрее! Давай быстрее, быстрее, быстрее! Давай же! Ну давай! Она меня поймала! Ой, какая ты стрёмная! Фух, она была очень близко. Давай, братишка, я не знаю, какого черта вашему богу нужна от меня дамочка. Фух, блин. Все? Мы справились? Но мне кажется, мы от нее не отделались. О, блин, вот это было в конце жутковато, на самом деле. Пожалуй, я пережду чуть-чуть. Можно здесь? В спокойствии. Фу. Так, надо прочитать по-быстрому, что там вообще пишут. Церковь должна быть очень близко. Да, это я помню, это я читал, это я читал. Вот это осталось. Тут опять одна из глав их исповеди непонятной. Не буду ее даже вчитываться. Мне хватает беготни от этой твари. Что? О, церковь. Вот она. А это не церковь Женота? Ну да, это другая церковь. Как здесь жутковато. Капец. Ладно, мне нужно собраться с мыслями и просто пройти туда. Еще одна Дева Мария. А здесь что? Блин, тут везде какие-то оккультные символы. Смотри-ка, у нее из глаз течет кровь. Ух, нагоняют они жути, нагоняют. Давайте-ка посмотрим, что я записал про эту церковь. Что, я целых два пункта пропустил? Блин. Церковь. Церковь должна быть святилищем. А, окей. Наверное, это та церковь с теми самыми пернатыми. Блин, что-то... Что-то меня ждет, да? На входе в эту церковь. Или, может, прямо за дверями. Какой тут странный свет. Откуда он? О, лампочка. Ух, ладно, раз, два, три, погнали. А это церковь Папы Нота, разве? С кем-то что-то делают. Тут письмо от какого-то Лэрда Байрона Ноту, что ему нужно больше вина. А, нифига себе, он еще живой. Юда. Иуда? Офигеть. Что это вообще за чистилище или... Блин. Мне походу туда. Ну давайте попробуем. Блин, мне кажется, вот здесь кто-то сидит по-любому и ждет меня. А, я могу туда спрятаться. Ага, спрячусь я сюда, и мне придут кто-нибудь проповедь читать. Или исповедоваться. Ну его нафиг. Мария? Нот? Кто там? Кто ты? Капец, сколько здесь трупов. Меня зовут Блейк. Чужой? Отец? Я ничей не отец, я просто... Убей меня. Ты должен меня убить. Блин, я бы с радостью, чувак, но... Нот возвращается с Марией. Он ее ранит. И я заговорю. Где он возвращается, я не вижу. Если ты меня убьешь, у него не будет причины ее ранить. Пожалуйста. Серьезно, тебе нужно убить? Но я не буду этого делать. Это ваши дела с папой Нотом? Я, пожалуй, просто пойду.
Ага, сейчас. Выпустили меня. Как же? Что делать-то? Серьезно, убить его? Тут даже никакой кнопки не появляется. А куда идти, если не к нему? Что за звуки? Кто-то идет? Ой-ой-ой, кто-то пришел. Кто-то пришел. Быстрее прячься. Там кто-то пришел. Кто? О, кто там? Мы нашли ее, Иосиф, Иосая. Она пыталась сбежать. Не похоже на поведение женщины с чистой совестью. Блин, я козырное место занял. Мария, о боже. Ответь своему супругу, милая, он тебя не видит. Вы ему глаза выкололи, что ли? О, это же этот... Апармот. Отпусти ее, Дева Мария. Мне жаль, я не хотел. Господь ненавидит тщеславие, и я тоже. А, я могу сюда даже подойти. А, это она? Офигеть. Она говорит, носит какое-то стрёмное дитя. У вас всего несколько часов, чтобы найти и убить ее. И спасти этот рай от вечного ада. Где она? Куда Вэл забрал ее? Я не могу. Я не могу. Это из-за тебя, Иосая. Заставьте эту женщину кричать. Что вы делаете? О, офигеть, это же это. Растяжка. Где женщина, члена, носящая Антихриста? Они, наверное, пролин. Сила в непокорном ангеле за нерожденное дитя. Мне не страшно, сила в непокорном ангеле. Он читает одну и ту же молитву. Они ее продолжают растягивать. Скажите, Иосая, чтобы он остановил это. Он скажет. Он говорит, что скажет. Блин, какой ты здоровенький чувак. Ну, он же остановил вас. Эй, ребята, отпустите ее. Где женщина? Шахты. Наверху в горе. Вэл увел ее в шахты. Ты никогда ее не вернешь. Ты не сделаешь этого, Дарводов. Мы руки Господа. Мы не можем потерпеть неудачу. Ой-ой-ой. Этот мир умирает с криками. Все, конец. Блин, бедолага. Оставьте женщину в покое. В смысле? Он же сказал оставить в покое. Зачем вы ее убили? Вот ублюдки. Вы собираетесь отсюда уходить или нет? Мне так-то тоже идти домой пора. Или искать Лин. Блин, она в шахтах. Шахты. Где, черт возьми, эти шахты? Ох, а мне туда же за ними, что ли? Капец, вот как представить, что он тут один шарахается. В смысле? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Меня, походу, спалили. Да? Да, меня спалили. А куда мне бежать-то? Блин, здесь закрыто. А куда бежать? Господа. Там еще кто-то. Подожди. Я же не отсюда приходил. Или отсюда. Куда бежать, блин? Все, прибежал. Серьезно, я заблудился. А, вон дорога. Дорогу вижу, вижу дорогу. А куда? Блин, я не смогу, я не успею. Ай, блин. Ай-яй-яй. Это больно. Ай. Итак, попытка номер два. Бежим сразу туда. Прямо на утек. Давай, главное, не споткнись. Направо мне не пробежать.
Мне нужно ломиться прямо. Давай, 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 быстрей. Аккуратно, аккуратно. И дергаем быстрее. Успею, не успею, интересно. Давай. Так, а куда дальше? Куда дальше-то? Блин, ну разработчики понаделают всяких ходов. Закройтесь, я не хочу с вами дружить. Так, куда мне? Ай-яй-яй. Вам показалось, это не я? Серьезно, нифига не... Да ладно! О-о-о-о. Ну что, ребятки, слабо сюда запрыгнул лошары. Фух, это было стрёмненько. А я хотел посмотреть на трупики, не знаю зачем, но... Может быть, я мог записать что-то про них? Так, ну а мне нужно направляться, видимо, в шахты. Идет сохранение. Ладно, ребята, на сегодня, думаю, этого безумия хватит. Продолжу прохождение в следующей серии. Всем пока и до скорого!